Всем привет, меня зовут Александра, я продавец-консультант магазина «Пряжа и нитки». И сегодня в рубрике «База знаний» мы с вами поговорим о том, какая пряжа подходит для перчаток, чем она отличается по сезону, какую пряжу лучше вязать новичкам, а какую более опытным вязальщицам. Поговорим про составы. Давайте начнем. Итак, какую же пряжу лучше выбрать для перчаток? Во-первых, она должна быть износостойкая. Во-вторых, не должна быть слишком толстая и должна держать форму. И поговорим сейчас вот как раз-таки о сезонности пряжи. Я взяла несколько примеров. Начнем мы с кашемир 16 Fine. Шнурковая пряжа в составе с кашемиром. Это более все-таки демисезонная пряжа для перчаток. То есть зимой все-таки будет прохладненько. Также из демисезонных вариантов можно рассмотреть. Также подойдет носочная пряжа в составе с шелком. Да и вообще вся носочная пряжа подойдет. Просто она будет демисезонная. Это вот такие вот более богатые, так скажем, составы. Также обратите внимание, что если в составе будет шелк, то это не будет зимним и теплым вариантом. Это более все-таки прохладный вариант, вот на осень такую теплую. Что же подойдет на зиму? Альпакина. Она очень нежная, теплая, потому что тут 75% альпаки, то есть она будет прям теплая такая перчаточка. Потом в составе с также альпакой, тоже из серии альпак, вот это более пушистая. Тоже будет очень теплая, пух будет заполнять пустоты и не даст теплу выйти наружу. Также перчатки можно связать вот из такой нашей всеми любимой пряжи ламоры. Это тоже зимний вариант. Будет мягкая. В составе ее меринос суперфайн 75% и 25% ангоры. То есть это будет очень теплая перчатка в одну нитку. Также можно рассмотреть такой вариант с пухом яка, тоже будет очень теплые перчатки, так как пух яка сам по себе очень согревающий. Ну и, собственно, про пряжу, которая содержит кашемир. Вот, допустим, вот эта трагия, она скрученная, и она будет более теплая. А Атлана Гросса – это шнурочек, и он все-таки будет попрохладнее, поэтому он на демисезон, а вот от регии будет на зиму. Также можно еще утеплить свои перчатки, добавить туда на подмот нитку махера, либо же альпаки, и получатся вот такие вот перчаточки. Это вот у нас Ксюша вязала, это не с махером, с твидовой носочкой, очень теплые и красиво смотрятся. И также вы можете связать перчатки из 100% альпаки, артикул этот Чиледжия. Они тоже будут невероятно мягкими и теплыми. Вот, допустим, Женя вот связала вот такие вот перчатки из Чиледжи. Не очень теплые и мягкие на ощупь. Это вот то, о чем я хотела вам рассказать. Если у вас возникают сложности с подбором пряжи, не стесняйтесь, пишите нам. Мы всегда будем рады провести для вас видеоконсультацию. Если вы живете в городе Екатеринбурге, то приходите к нам, и мы вам лично поможем, подскажем, подберем. Также оставляйте лайки, реакции, пишите комментарии. Приходите, ждем вас.